So we go to Uluwatu Temple, yeah? Yeah. Uluwatu. And usually Uluwatu Temple, people go there for sunset. Куда мы приехали? Храм Улуват. Храм Улуват. Это крайняя точка острова Бали. Посмотрим, что у нас ждет внутри. Вход на взрослого 30 тысяч, на детей 20 тысяч рупий. Друзья, многие из вас могут подумать, что мы находимся близ Ялты, что это Ласточкино гнездо. Но это не совсем так. Это Бали, это океан. Улуват, такая красота. Кирюша в свой день рождения решил побывать на краю земли. Ну, по крайней мере, на краю этого прекрасного острова. Дует ветерок. Интересно, что там в заправке? Ну, что-то... Надо попробовать, масло, нет? Масло с лимоном. Да, прикольно. Ну, давай, пробуй как салат. Мне кажется, салат огонь вообще прям. Сколько стоил? 75. Ну, поэтому... Ну, это типа $7. Огурцы, салат, авокадо, креветки, перец, помидоры. Ну, из того, что я вижу. И какая-то клевая заправка. Yeah. У Тамары карри. Там не надо ничего заправлять, но тоже неплохо. Она вкус как... Ну, скажем так, то... Томха, которую я готовила, просто не острый по сравнению с этим. Да, очень острый. Очень острый? Да. Ну и мой прекрасный завтрак, зацените, вообще огонь. Яйца пошел на хлебушке с помидорками и пастой из авокадо. Очень вкусно.
happiness, it burns like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. Я нашла тебе идеального мужчину. На Бали нужно обязательно завести роман. Наконец-то мы добрались до пляжа, где мы впервые искупались. Немножко отдыхаем, слушаем русскую музыку. Ха! Let's go! Kingdom come, you scared, you run, two hands, one gun. I used to live in the streets, in the house next to that creek. What you want for your birthday? I said I wanted that beat. That beat you made for your brothers. I rap over that song. Давай, кокос. Мы сейчас вышли из такси, сели на автобус, который нас бесплатно довезет до пляжа. Если бесплатно, то платили за парковку 15 тысяч. Ну, это была парковка для такси. Автобус-то бесплатный. А еще на месте, потому что у нас есть что? Правильно, кокос. Вот куда мы идем сейчас на пляж, огромные волны. Вау! Вот это волны! Мы переместились уже на третий пляж, это район Джимбаран. Здесь он славится своими красивыми закатами, а также кафе прямо на пляже. Это для двоих, короче.
last one for you. Thank you, sir. May you photo us? Okay, yeah. Wow, big camera.